Я вас приветствую, дорогие мои! С вами Тамара Капибара, и мы продолжаем проходить Resident Evil 4 ремейк. Ребят, иногда я забываю договаривать ремейк. Ну, хотя, в принципе, и так все видно, и так все понятно. Здравствуйте. Леон С. Кеннеди прибыл обследовать полностью. Так, сохранение было. Так, ну чё, где вы там? Вон Фоластейно! А? Не зря же мы снайперку купили. Так, ну-ка иди сюда. Ушел. Так, это меня видят, что ли? Или просто они там вы... А, он меня уже видит. Ни хрена себе, это быстрый. А чего ты так не умираешь-то? Ни хрена такой... О, это ко мне факел полетел. Я думал, это граната, знаете, такая. Так, ну-ка я беру пистолет. И не понтуюсь. Ой, и не буду понтоваться. Хватит там орать, идите сюда, надоели. Разорались тоже, как будто в первый раз меня видят. Так, ребят, мы вроде бы в доме все обследовали, да? Да, там только не обследовано... там то ли комод, то ли что. Ой, мужчина, здравствуйте, а вы чё? Дыхни на меня огнем, давай, чувак, дых... Давай, покажи свое самогонное дыхание. Ну ладно, как хочешь. Опа, сейчас подсрачник получишь. Нормально тебе? Ой! Опа! Один нож сломала. Вот и козел. Ножи вообще-то не казенные, блин. А ты мне их ломаешь. Об свою дурную голову, блин. Итак, пацаны. Куда мы пойдем? Опа. Опа, 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 па. Сначала сюда тут все соберем. Кстати, тут еще есть писеты, видимо. И потом туда сходим, ребят. Нам еще, кстати, с вами надо подбить один медальончик. И я хочу все-таки на фабрику крыс сходить. Ну, блин, я не знаю, ребят, почему я не поняла, почему я сразу этого не сделала. Ну, как-то так. Ребят, чуть-чуть подфризывает игра, потому что дождь. Дождь равно фризы, тем более на моем компьютере. Хорошо, что мы с вами ничего не повышали, а то бы сейчас плакали бы. Больше бы. Но мне кажется, дождь скоро закончится, и фризы уйдут. Я не хочу ничего понижать. Мне так все нравится. Кстати, там какая-то синяя записка. Давайте-ка ее возьмем сразу же. Че торговцу надо? Поймайте мне большую рыбу. Кто-нибудь, сходите на озеро и поймайте здоровенную рыбу, которая там живет. Рыбий жир очень полезный продукт, между прочим. Вот фотография вам в помощь. А, продать огромного окуня. А... Ага. А у меня не огромный окунь, кстати, пацаны. А, осмотреть. Черный окунь. А это какой? Черный окунь. Ну, я не знаю, я попробую ему толкнуть окуня, если он скажет, хе-хе, не тот, то я уж не знаю. Ну, попробуем еще, мы можем еще порыбачить там, где он изобразил у этого домика. Может быть, там пожирнее, побольше. Я не против, ребят, в принципе. Так, подожди, тут где-то сокровище должно быть. Так, может быть, где-то наверху? Я слышу, что что-то болтается. Так, где? Во! Я не уйду. Что это? Шпинель! Шпинель, это вообще классно. Так, а тут что находится? Так. Так. Ой. Ой. А, ой. Ой, представляете, она сейчас очнется и схватит. Или это он? Фиг знает, все сейчас носят длинные волосы. А... Да что тут творится? Короче, какая-то бедолага. Ну, это девушка, потому что, видите, у нее грудь есть. Попалась этим сектантом. Вот так вот. Порох собрали. Так, что еще-то? Так, тут вроде все. О, тут лестница куда-то ведет. Ну-ка. Давай. Так, и куда это мы вылезем? Может быть, в деревню так можно тоже пройти? Ой, это что? Это что такое еще? Это жертвоприношение! Слушайте, а это не про них писали, что вот эти там забрели и жребий тянуть не будем? Да, скорее всего, нет, это старые записки. Это, наверное... Видите, он даже не нацеливается. Это, наверное, другие новенькие какие-то забрели. Две девушки сюда забрели и нашли свою смерть. Вот так вот ходи по неизвестной местности. Вот так ходи. Блин. Ну, лорд Садлер, ну натворил хрень. Возьми материалы, возьми маленький ключ. Дождь равно фризы. Пожалуйста, заканчивайся. Нам надоело наблюдать над фризами, которые дает нам мой ПК. Надеюсь, вы не сильно беситесь насчет этого. Тихо! Тихо-тихо!
Где кукла? А где она? Я прям слышу. Может, это на дереве? Я слышу ее. Но не вижу. Но я слышу. Подожди, а может быть... Так, так, так звук уходит. Вот она! Вот она, мерзкая кукла этого карлика поганого. Мерзкий карлик, сука. Все уничтожат твои куклы. Омерзительно просто. Услышала я все-таки его, услышала. Так, ладно. Все тут, в принципе, разобрались. Так, что-то у нас еще... Так, подождите, мы еще нашли какой-то ключ. Мы еще нашли ключ. Ключ это здорово, ключ это замечательно. Мы можем, кстати, применить в том домике. Так, где находили записку? Так, и окуня поймать. Вот видите, дождя нет и фризы кончаются. Как дождь есть, фризы есть тоже. Так, я бы... Можно скрафтить, пожалуйста, для дробовика? Опять у меня 10... 11 пороха не хватает. Упущение. Упущение. Может быть, с арбалетом все-таки походим? Ну, для разнообразия. Я что-то его купила и нифига не юзаю, ребят. Вот зачем покупать? Ну, это чисто бабская черта. Купить и не юзать. Хотя у меня такого нет. Но вот видите, появилась. Появилась резидентом. Эх, пацаны. Ой-ой-ой, песик, 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 песик. Хороший мальчик, хороший. У тебя не вырастет. Пес, зачем ты так делаешь? Пес? Все понятно, пес, тебя это не возьмет, да, так? Так, ТМП я брать не буду. Пес. Ой, пес, 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 пес. Пес. Минус нож. А, пес, а псу хоть бы хны. Хорошо, там еще один пес. Так, пес, 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 пес. Хватит меня атаковать, пес. Ты там помер? А, это дед пришел. О, сэр, блин! На тебе, подсращик. Так, ну-ка. Я поднимусь, пожалуй. У него там выросло, походу, что-то, да? Дедок. Ну-ка, иди отсюда. Иди-ка ты отсюда, чувак. Да умри! А-са-са-са-са-са-са-са-са. Ты еще один тут идет, блин. Да ладно тебе, дедуля! Опа! Это... Оба, оба, оба. Иди сюда, дедок. Дедок, иди сюда. Я подправлю тебе передок. Ой. Тоже выросла у деда, что ли? А нет, это собака. Ай, блин, собака опять. Так, у меня 8 патронов, пацаны. Я ни на что не намекаю, но что-то вот как-то не очень. Ситуация такая себе. 8 тут всего лишь. Так, а может быть с этого застрелим? Так, а где собака? Собака. Песик. Хороший мальчик. Иди сюда к Леону. Он попал в капкан. Хорошо. Это просто мое прям. Это хорошо. Все. Пес кончился, как личность. Молодец, что запрыгнул в капкан, дурачок. Это мне прям на руку. Патроны, хорошо, спасибо, что даете мне патроны. Кстати, у меня есть гранаты, я что-то ими не пользуюсь. Капкан на моей стороне. Так, что-то такое. Так, стойте, подождите, куда это мы намылились? Так, тут еще что-то есть, смотрите-ка. И тут тоже что-то есть. Я что-то упустила многое. А пока сюда не пойдем. Так, тут все заколочено, да? Забито. Тихо. Тихо-тихо. Показалось. Да? Или нет? Дождь шумит, я не слышу. Показалось, что фигурка этого карлика сраного. Показалось, что ли? Не понимаю, показалось или нет? Не понимаю. Где-то здесь, да? Она где-то здесь. Только где? Шпинель нашли еще. Так. Я слышу, слышу, слышу. Прям где-то здесь отчетливо. Вот этот вонючий гнусный карлик. Вот нашла.
Для дробовика, спасибо большое. Наконец-то дали патронов для дробовика. Это что такое? Это... Чуть не сказал, мышиная нора? Да нет. Офигеть, ребят. Так, все тут заколочено, тут ничего больше нет. Ну вот видите, ребят, не зря сюда вернулись к карлику. Эти испортили фигурки. Это же здорово. Так, сади... сказал ему, садись, блин. Перепрыгивай. Так, ну что, больше тут никого не будет, надеюсь. Так, еще надо забрать одно сокровище, которое где-то здесь. Так, в капкан не попадись, пожалуйста. Леон С. Кеннеди. Так, где сокровище? А? Так, это что-то... Это болтается что-то, по-моему, да? Так, не-не, это где-то не здесь. А где? Так, пацаны, самое интересное в игре искать сокровище. Когда ты его нахрен не видишь. Где-то болтается же. Ну, где? Во-во-во-во! Вижу. Вижу красоту. Сапфир. Во, ребята, видите? Видите, видите. Так. Там-то что? А, можно этот открыть? Алтарек. Или можно в доме? Я предлагаю в доме, потому что меня там больше как-то манит. Не знаю, ребят, как можно найти все ключи, но у меня что-то не получается. Да, да зайди ты. Так, спасибо за свет. Вот, я хочу этот открыть ящик. Давай. Что тут у нас в этом домике? В этом ящичке, точнее. Золотой слиток. Хорошо, золотой слиток, это мы любим. Ребят, я хотела еще сюда пробежаться, ради того, чтобы... Вот, осмотреть, вот видите? Дед как раз-таки говорил, что внук мог бы быть ученым. Вот. Я вам не показала в прошлый раз. А вот теперь вы все рассмотрите получше. Жалко, конечно. Представляете, что случилось с этим пацаном, когда дед заразился и стал этим... Одним из Ганадос. Он же, я так поняла, заразился от волка. Жалко пацаненка. Я не знаю, что с ним произошло. Скорее всего, ничего хорошего. Очень его жалко. Так, ну все, пацаны. Мы тут вроде все облутали, кроме вот этого сокровища. Так, это что такое? Это песеты? Я где-то оставила песеты? А, ну да, я же вам говорила, что песеты оставила. А где они? Ну-ка. Во, песеты мои. Все, мои песеты. Я нашла. Мои песеты, мое богатство. Так, ну чё, пацаны, все со спокойной душой и совестью уходим нафиг отсюда. Встреча с Эль-Гиганта стала и еще и нам, ну, ближе. Ближе и ближе. Так. Это мертвые, они выпотрошены. Видите, там икру с них достали и выкинули, как, блин, браконьеры какие-то сраные. Офигенно. Ну, в принципе, мы тут все бочки разбили. Ребят, почему-то на карте мне кажется, что он далеко, старый лодочный сарай. Хотя это не так. Так, тут плавает окунь. Вот это большой окунь. Или... Вот он, большой окунь. Да? Это он? Ну-ка. Ну-ка. Тихо-тихо-тихо, подожди, задний ход. Как его забрать-то? Во, огромный окунь. Который не хочет лезть ко мне в дипломат. Все, теперь лезет. Можно было, кстати, тут нарыбачить... Да, есть. Все, ребят, даже Леон сказал, да, есть. Мы теперь возвращаемся к торговцу. Говорим, что мы выполнили твое поручение, торговец. Все, давай нам денежки. И мы пошли. Блин, вот жалко с этими медальонами, ребят, я не знаю. Я попробую, знаете, как обхитрить игру. Когда мы пройдем Эль-Гиганта, я попробую не пойти в церковь, а пойти вот за одним синим медальоном. Если меня Леон, конечно, пустит. И на фабрику крыс побить. Я это сделала вам как нарезочку, поэтому вы даже не заметите, что где-то там пропадало. Ну, я хочу доделать, ребят, хочу. Так, ну что, давай-ка продам тебе окуня. Пора идти дальше. Да. Привет. Что могу предложить? Хорошо, что ты готов купить почти все. Черный окунь. Неплохо. Мужики, я, короче, поняла, я ему не то продала. Мне вот это надо продать. Я не то продала. Отлично, чужак. А я думаю, что за фигня? Оказывается, я ему не то продала. Я продаю много отличных товаров, чужак. Хорошо, я рада. Так, что мы можем улучшить? Перезарядка? Да не надо пока. Хорошее оружие компенсирует недостаток навыков, друг. Понятно. Да мне пока, в принципе, не надо ничего, поэтому давайте сохранимся. Все, он даже мне... Не говорит, что типа, ой, ты там не то, не все сделал, как-то так. Значит, мы все вот выполнили.
Осталось только медальон и та крысиная ферма. И та крысиная ферма, пацаны. Ладно, попробуем. Попробуем сначала выжить против Эль-Гиганта, самое главное. Ой, пацаны. Мне что-то страшно, ребят, страшно. Я не готова с ним встречаться. Ну а что делать, ребята? Хватит, сколько можно тянуть эту встречу? Здравствуйте. Давайте, выпускайте Эль-Гиганта. Я уже готова, понимаете, морально. Это, я держу на кнопке палец, на F. Так, это я не могу ничего забрать, да? Подожди, могу что ли? Могу? Я могу это забрать? Подождите-ка, стоп. Подождите. Я сейчас кое-что поняла, свой тупняк. Я поняла сейчас кое-что. Я, короче, могу в этих алтарях теперь все собирать. Пацаны! Короче, я сейчас скатаюсь обратно, заберу там вот эту вот вещь. Это ключ универсальный. И еще где-то мы с вами видели, где-то вот тут катались, мы вот тут сокровище видели. Все, короче, пацаны, я поехала. Эль-Гиганты отменяется. Вы сейчас скажете, да, блин, Тамара, ёб твою, давай к Эль-Гиганты, что за херня? Почему мы ходим по побочкам? Я скажу, ну, блин, пацаны, ну надо, понимаете, надо нам по побочкам. Все, ребят, сейчас вернусь. Мне прям в голове отложилось, что тут одинаковые эти ключи. Оказывается, нет. Это универсальный ключ. Кстати, ключ старосты пропал. А, хорошо, жемчужный браслет. Ну чё, пацаны, теперь я еще кружок дам там по озеру, потому что, как вы помните, там был еще такой ларец. И все, с этой локации можно как раз-таки убегать. Я знаю, что можно не все ресурсы собирать, но, ребята, это же нам реально спасет жизнь. Почему бы и нет? О, там рыбка плескается. Поймаю ее себе. Вот. Но уже за кадром. Вот, ребята, я подъезжаю к этой самой локации, где был этот ларец. Вот и все. Вот и все. И сейчас мы его откроем. Наконец-то. Он нам подастся. Все, использовать. Хорошо. Что это? Роскошный браслет. Роскошный браслет в моем дипломате. Ну все, ребята, мы ободрали эту локацию как липку. И теперь таки идем к Эль-Гиганты. Все, у нас больше тут ничего не осталось. Насколько я понимаю. Ну-ка. Ну да, больше тут ничего нету. Ну что, пацаны, наконец-таки Эль-Гиганты. Все. Мы на этой локации все абсолютно сделали. Я теперь разобралась во всем. И теперь я готова получить по щам от Эль-Гиганты. Все, пацаны. Я готова. Морально готова. Морально ко всему готова. Так, все, запомним. Эти ларцы мы всегда можем открыть, а некоторые нам нужны ключи. Вот. Ну что, все, выпускайте Эль-Гиганты. Сохранение прошло. Ожидаем. Так, я сразу экипируюсь в ТМП, потому что только так можно победить. Ну что, все, давайте. Давайте к катсцену, я готова. Ну, все. Здрасте. Опа. Опа. Черт. Ну да. Ой, ты что-то рано вышел. Ты должен в замке сидеть еще, баран. Козел-баран, ты что вышел-то? Ни хрена себе, козел-баран покинул в окрестности замка. Так, а тут он сам выбил. В оригинале они его как бы вытаскивали оттуда. Опаны же. Вот это ты вырос, короче. Фу, у тебя воняет изо рта, не дыши так больше. Одолейте Эль-Гиганты. Как? 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 Ой-ой-ой-ой-ой! Ой! Как? Опа! Больно тебе, да? Нехрен меня хватать. Ну-ка. Ну давай, умри! О! Давай-давай-давай, беги! Ты тоже червивый. А чё он не падает на колени? А чё он на колени не падает? А чё он на колени не падает? А чё он на колени не падает-то? Пацаны, а где действие? А где действие? Да ты чё, охренел что ли? Ну-ка не трогай меня. А чё он на колени-то не падал? Где? Чё? Чё, ему по червяку что ли стрелять этому? Да не знаю я, ребят. Всё, упал наконец на колени. Мне чё к нему надо? Волк мой! Эй, малыш! Не надо, я сам справлюсь! Привет, не надо, я сам справлюсь, песик, не трогай его! Этого дебила! Все, короче, я не знаю, тут есть действие или нет, но, короче, я буду стрелять в Лас-Плагас. Так, все у него сейчас опять вырастет. Может быть, с винтовки? А, ну-ка, использую, во-первых.
Так, все ушло у нас не понять куда. Так, подождите, у нас есть... Давайте винтовку все-таки попробуем. Все-таки она, наверное, сильная. Я надеюсь. Ой, больно! Ты что, дурак, что ли, блин? Я думал, у тебя вылезет. Ты придурок? Почему у тебя не вылезло? Хочешь помочь? Я не против. Нет, я против. Ну, больше же дамага винтовку дает, нет? Мне кажется, нифига она больше не дает. Так, ну-ка я сажу змею. И что мне делать с ним? У меня не так уж много патронов. Ой, перезаряди. Ой, передерни, пожалуйста. Ой, как-нибудь. Волка оставь в покое, сука. Ой, ай, в пятку. Ой, тихо-тихо-тихо. Главное, чтобы он волка не убил. Не-не-не, не трогай. Песика, не трогай. Сука, ребят, а если что-то не так сделаю, песик он тронет, эта мразь. Да ёпту, перезаряди, дурак. Ой. Ну-ка. Ну-ка, подожди-ка, дай-ка мне. Все-таки винтовка сильная. По паразиту. О, не-не-не-не-не-не. Сука, он взбесился. На тебе. Опа, больно. Тихо-тихо, Леон, блин, Леон, живи. Леон, ты должен жить. Так, собаку мою не трогай, сука. Да передерни быстрее, Леон. Передерни, сука, ты что делаешь-то? Вот тебе. Сколько в тебя надо-то, урод? Вот сейчас бы мне дробаш пригодился. Что значит пропустить? Это все, что ли? Это все? Это реально все? В смысле? Он в оригинале был потный вообще. Желтый алмаз. Нужно идти к церкви. А где мой песик? Песик жив? Песик? Ну, песик, наверное, ушел, да? Все с песиком хорошо? Я так поняла, тут действия не было, потому что он не падал на колени. Он должен упасть, ребят. А он не падал, ни хрена у меня. Может быть, я ему дамагу ненужную доносила. Ну, не такую. Да нет, бред, вряд ли. Мне, конечно, говорили, что... Тамара, то, что ты там учила кнопки действия, тут можешь про них забыть. Но с рыбой-то была кнопка действия, почему сальгиганта не было? Я думала, он опустится на колено, и я побегу. А он не опускался, у него только вылезало и вылезало. Интересно, конечно, интересно. Все, лутаем то, что... Кстати, с моим песиком-то все хорошо, он же его не убил. Я надеюсь, что нет. А где песик? Какой ты жирный, блин. Пацаны, я переживаю, что он песика убил, нет? Так, ну-ка, тут что-то еще, тут что-то висит. Просто тут такое чувство, что что-то какой-то алмаз. Или нет? Так, я надеюсь, просто песик убежал, понимаете, к своей семье, псовой семье. Точнее, это волк. Так, тут что у нас? Вот это он тут жрал, смотрите. Что это? Хроника вскармливания. 6 месяцев. У него едва прорезались зубы, но он уже тащит в рот все, что попадается на глаза. Он еще не умеет ходить, но уже заглотил целиком собаку. 9 месяцев. Он уже больше меня и продолжает расти. Здание ратуши стало для него слишком тесным. 10 месяцев. Продолжает расти даже после переезда в рудник. Съедает целую корову всего за 3 дня. А 13 месяцев. Размахивает самой большой киркой, словно веточкой. Чуть не сожрал мужика из деревни. Ему мало еды. Вот так вот. 17 месяцев. Коров почти не осталось. Такими темпами вся деревня сдохнет от голода. Мы обратились за помощью в замок, и они усыпили зверюгу с помощью заклинания. Надеюсь, он теперь не скоро проснется. Да, ну он такой слабенький, ребят, был. Очень слабенький. Меня-то он выносил на среднем уровне сложности, этот Эль-гиганты. А этот, знаете, какой-то слабачочек, ребят. Я не знаю даже, как сказать. Прям слабый. О! Привет, мой малыш! Молодец. Ну, хороший мальчик, как мне его погладить? Как мне ему косточку дать? У тебя хороший-то какой мой, он живой, ребята. Ой, мой мальчик, как я же переживала.
Убегай, короче, отсюда. Тут, короче, все твои сородичи тоже бешеные. Вдруг заразишься. Ребят, можно я возьму его домой? Пожалуйста, давайте возьмем его домой. Я знаю, что волка нельзя одомашнить, но этого можно. Ну, пожалуйста. Ты мой хороший, ты мой сладкий, ты мой пупс. Вот видите, он даже от него уводит пистолет. Мой пупсик. Ребят, обожаю животных. Я просто не могу такой. Смотрите, какой он благодарный. Какой он хороший пупс. Ладно, все, хватит. Смотрите, какой он милый. Смотрите, как он лежит, ребят. Смотрите. Я не могу такой милый. Ладно, хватит умиляться. Так. Где тут? Вот она. Так, что там у нас выпало? А? А? Рубин. Хорошо. Ладно, песик, ты тут, короче, долго не засиживайся. Я уже сказала, беги куда-нибудь в какие-нибудь другие леса. Если бы я могла бы тебя забрать, я бы тебя забрала. Но не могу, понимаешь? У меня другое задание спасать Эшли. К сожалению, тебя я не могу взять. Но хотелось бы, но очень тебя хотелось бы взять себе. Ты очень хороший пес. Очень хороший. Блин, ребята, не хочу без него уходить. Я хочу забрать его себе. Он такой няшка, такой хорошенький. Обожаю его. Я буду теперь вам мныть, что мы пошли без собаки. Я хотела собаку. Ладно. Так, ну что, никто меня на обратном пути не ждет, что ли? Да ладно, вы чё? Мужики, вы чё? Мужики, вы чё-то хватку потеряли? Смотрите, как мне боезапас восполнили после Эль-Гиганты. Я, значит, столько-то МПхи копила, да и не особо она мне прям понадобилась. Ну, как-то так. Так, да, спрыгивай. Так, что-то у меня по карте. Это где у меня алмаз остался? Я что-то не поняла. Это где это он остался у меня? Это где-то что ли тут болтается? Или это где-то внизу? Подождите. А, он, наверное, где-то там, что ли, остался на каком-нибудь... Подожди, нет, болтается. А, поняла тебя. Поняла тебя. Это надо, типа, нам игра говорит, можно, наверное, вернуться за ним. А почему, собственно, нет, ребят? Почему, собственно, нет? Пошлите. Ну что, ребят, мы опять сюда причалили. Причалили. Так. Мы могли, вообще-то, если были бы повнимательнее, точнее, это я могла бы дострелить сразу же сверху, а не так вот. Но, так как я не очень по-умному поступила, теперь я буду знать, что... Что надо было отсюда стрелять. Я бы дострелила бы? Ну, конечно, бы дострелила. Ладно, ребята. Если протупила, значит сбегаю. А что делать, ребят? Надо свои ошибки исправлять. Как-то так. Пацаны, Леон почему-то у меня кряхтит, как старый дед. Ой, ты мой малыш прекрасный. Смотрите, какой он красивый. Не хочу от тебя уходить, мой сладкий, но надо. Так вот, он кряхтит и кряхтит, кряхтит и кряхтит. Ну, понятное дело, что я его гонял по локации туда-сюда и обратно. Но, блин, нам надо все собрать, Леон. Тебе же потом на жизнь будет проще скопить. Не знаю, на старость, пенсию тебе делаем. Вот... Лорд Садлер надел себе пенсию, и мы тебя тоже наделаем. Только вот, ребят, знаете, что мне... Ну, как сказать... Мне эта бочка не нравится. Давайте ее стрелим нахрен. Бабах. Так вот. Я... Сейчас я не пойду в церковь. Если вы думали, что я пойду в церковь... Не-не-не-не, никакой церкви. Мы пойдем за медальоном синим. И... На ферму крыс убивать. Я надеюсь, у меня это получится. Или там, скорее всего, сработает скрипт. Который нам вообще не нужен никаким образом. Но посмотрим. Может быть, Леон скажет, мне туда не надо. Хрен его знает. Он же у нас такой, понимаете? Ну-ка, что это? Лага, озер. О-о-о! Ну-ка, подожди-ка, пес. А, не-не-не-не, нет, пес, нет, пес. О, я даже не знаю, что еще брать-то, пес. Не, подожди, пес. Подожди, пес, подожди. Взять, надеть. А, блин, мимо! Мимо, блин, мимо, пес! Так и знала, что зря гранату использовал. Так и знала, что он успеет прибежать. Да убери ты! Какой убойный пистолет. Вот так и надо было. А то, блин, я думала, с гранаты его, блин, возьму. Конечно, хрен его возьмешь. Хрен его там, блин, говорит мне пес. Так, ну, через это проберемся, да?
Все-таки псов тут не должно быть. Вряд ли они умеют лазить по лестнице. Было бы странно. Так, что у меня здесь? Так, тут комод, который я не могу открыть. У меня нет ключа. Этот не подходит. Плохо, жалко. Так, пишущая машинка. Я могу, в принципе, сохраниться. Почему нет? Сохранение это всегда хорошо. Так, ну что, пацаны? Это я не могу открыть. У меня нет ключа. Так, а где там остальные сокровища? Это что-то в церкви или... Тут что-то еще болталось. Сейчас посмотрим. Так, опа, еще одна записка, смотрите. Неужели? Так, а тут что? А? Бери. Элегантная заколка, хорошо. Материалы, отлично. Осквернение могил. Эти вероломные близнецы потеряли право на покой, когда связались с проклятыми сектантами. Кто-нибудь, прошу вас, уничтожьте эмблемы на их надгробиях. Уничтожить эмблемы на надгробиях близнецов. Ага. Хорошо, я это могу. Это могу, мне... Понятно все это. Так, подожди. Подожди-ка. А вот это со знаком вопроса. А там где-то еще внизу, да? Ну, внизу я не знаю, где это. Че? Ладно, ребят, если что-то не соберем, ну и не страшно. Так, это какой знак? Это тут вообще нет. Это вообще могила не для разрушения. Так, вот, ребят, в прошлый раз я тут не зашла. Ну, теперь-то зашла. Так, тут все мы сделали. А тут мы открыли калитку. Все, ребята, мы все обследовали. Я вас поздравляю. К Эшли мы пока не пойдем. Мы пойдем. Ага! Все, мы не можем довершить это задание. Смотрите, закрыто. Значит, только идем к Эшли. Понятно. Все, дорога, отрезан путь. И близнецов задание мы тоже не сделаем. Плохо. Но, может быть, с Эшли мы можем сделать задание близнецов. Да, пацаны, видите как? Так, что тут? Я тут должна что-то составить? Или тут само? Само, представляете? Классно, здорово, замечательно. Так, ну что тут? Разруха полная. Так. Не... Что ты орешь, дурак? Что ты орешь, дурак? Тут, может быть, лорд Садлер засаду тебе сделал. Ты что, дурак, что ли? И сейчас кто-нибудь писклявым голосом скажет: это я, Леон, иди сюда, пожалуйста. А он пойдет, а это просто деревенский житель, которому, ну, на яйца наступили, чтобы он говорил женским голосом. Вот так вот. Вот Леон, дурачок. Синяя ручка регулятора. Плум. Как будто что-то так долбанулось, не понять, что так. Бум. В кармане у Леона стукнулось. Так, зеленая трава, зеленая, зеленая трава. Бери, пригодится в хозяйстве. Так, что тут у нас здесь? Хрен, да? Ну, короче, я помню, Леон, ты любитель прыгать по люстрам, поэтому уж твои прекрасные навыки будем использовать сейчас. Так, что мы тут есть? Какая-то поклажа. Больше ничего. А тут что такое? Тоже чья-то сумка, ребят. Причем из крокодиловой кожи. Неплохо тут деревенские жители живут, да? Опять чья-то сумка. Как будто, знаете, жители все в панике побросали. Чемодан даже. И убежали. Хотя их разумом завладел Лас Плагас. Так, ну что, у меня как тут? А где ключ? Вот ключ. Маленький ключ. Я могу, кстати, вернуться как раз-таки там открыть. Слушайте, я серьезно, я могу вернуться? Я бы открыла. Да, я могу вернуться. Ну-ка, пацаны, я не хочу там оставлять ничего, я вернусь. Эшли подождет. Я, по крайней мере, ее позвала, если она не откликнулась, это ее проблемы. Представляете, сейчас Эшли выходит из укрытия, и, я, и меня не находит. А я тут лутаю. Че тут? Ну-ка. Желтый алмаз. Не зря, не зря, ребята. Причем желтый алмаз можно за несколько шпинелей купить. Вот так вот, пацаны. Так, ну все, опять второй заход. Эшли Грэм. Эшли Грэм, выходи. Это я пришел к тебе. Выходи, выходи, выходи. Так. Ну что, надо дернуть за рычаг тогда? Что-нибудь получится? Опа. О, это загадка. Она переместилась на первый этаж. А была на втором. Да ладно, да ладно. Кстати, ребят, я расстроена, Эль-Гиганты, вот серьезно. Я очень расстроена. Я думала, он будет жестче, чтобы не отрывал прям жопу. Так, это что такое? Это надо составить, короче. Так, ну и что?
Как... Так, я вроде красную собрала, если я не ошибаюсь. Это, наверное, сюда синий кусок сейчас приедет. И зеленый надо как-то подправить еще. Вот так вот, да. И синие как-то куски. Я, короче, ребят, чтобы проще было, ориентируйтесь по красному и вот по этой вот серединке около вот этого Лос Иллюминадоса. Вот. Так, в общем, что? Я просто, понимаете, тут сложность-то в том, в чем мне была. В том, что я не понимала, где... С какого куска начать ориентироваться, понимаете? Я искала, какую именно сторону, но определилась с красным. Вот именно вот я вам про это говорила. Вот красная вот эта штучка встает, и все остальное проще становится. Вот, я искала именно, с какой точки начать собирать, ребят. Ну вот мне так проще именно. Смотрите, как красиво это озарилась церковь светом. Красно, классно, восхитительно. Так, ребят, проверила запись. Все нормально. Так, что у нас там тут дальше? Блин, а где сокровище-то это? Внизу вообще? Так-то вообще не на нашем уровне. Где я там пропустил его? Может, где-то какой-то фонарик висел, что ли? Ну, может быть, ребят. Мы, конечно, не на все, ну, не на 100% проходим, но мы стараемся, понимаете, ребят? Старание. У нас старание. Как-то так. Ребят, с работы отвлекли. Только забралась Эшли. На лестницу, и меня с работы отвлекли. Ты тут? Эшли, ты тут? Да, конечно, блин. Что ты кричишь, Леон, как в ужастике? Хочешь, чтобы тебя сожрали, что ли? Случайно. И не совсем случайно. Так, она, скорее всего, там. Но мы сначала облутаемся. Первым делом это лут. Ну, а бабы потом. Что это тут? Опа. Это телефон, что ли, Эшли? Ну да. Только тут... Ничего нельзя нажать? Получен документ. Понятно. Так, а тут что такое? А, это мы можем с Эшли как раз-таки сделать. Мы можем это сделать с Эшли. Ну что, Эшлич? Пора тебя выручать, потому что, блин, я не могу сходить на побочки. Из-за тебя. Я надеюсь, ты со мной пойдешь. Так, ну чё? Эшли. Эшли. Грэм, ты тут? Не подходи. Слушай. Вот и все. Я Леон. Ей это о многом говорит. Зашибись, блин! А, блин. Снаружи опасно. Прошу, выслушай меня. Что это? Вон там. Ну, это сектанты хотят нас пригласить на барбекю. Заблудшие агнцы сбежали. Да что ты говоришь? Вот видите, как он общается? Что? Спасение. Это не так называется. Это называется полная диктатура, лорд Садлер, как бы. Ни хрена это не спасение. Ты ущемляешь наши права. Мы подадим на тебя в суд. Ай, началось. Началось, пацаны, началось. О, глава завершена. Так, сохранить игровой процесс. Так естественно. Так, хорошо. Так, подождите, а результаты? Да. 0 смертей. Заметьте, меткость так себе, ранений 12. Дальше. Ну все, короче, я уже знаю, куда нам надо полезть. Там, в принципе, был обозначок... Обозначок! Значок! Обозначок! Значок, обозначок. Что же нам делать? Ну, я не знаю. Твой отец мне верит. Так что придется поверить и тебе. И делать все, как я скажу. Опа-на. Опа-на. Я верну тебя домой. Ладно. Ладно, Леон. Молодец. Быстро согласилась. Твой отец мне верит. Делай все, что я... Короче, красноречие и Леон это как бы разные. Ну хотя, в принципе, он правильно объяснил ситуацию. Быстро очень. А, все, я играю, да? Так, ладно. Пошли, пошли, пошли. Да, конечно, лорд Садлер. Лестницу. Я? Ладно. А кто еще, кроме тебя, девочка моя? Кто еще? Быстрее, пожалуйста, блин, сейчас меня за жопу схватят.
Молодец, только слишком громко получилось. Облиза, облиза, подлиза, да-да. Ну, я не знаю, сейчас я чем-то соображу. Ты главное, не кипишуй. Блин, и тут там уже облиза, облиза, подлиза. Что это? Прикладные мины. Ни хрена себе. Вот это да. Жизнь удалась. Ну-ка, быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее лутаемся. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее. Что это? Очки. Классно. Золотой жетон. Классно. Так, облиза, облиза. Уходите нахрен отсюда. Так, все, это как раз таки мы забрали это. Эшлич, пошли отсюда нахрен. Десантура? Смотри, Эшлич, чему учат специальных агентов. Десантироваться и ломать ноги, ёпта! Ну нет. На ручки. Давай, ловлю. Давай, давай, давай. Я бы тоже, знаете, как бы сыканула. Ну прыгнула, а что делать? Либо к этим, либо к Леону. Конечно, к Леону лучше. Эй, не бойся. Как тут не бояться? Я бы сама бы сыканула. Молодец. Романтичный момент. Поцелуйтесь. Спасибо. Да не за что. Мне приятно лапать всяких девчонок красивых. Так, там уже кто-то там. Я. Так, ну-ка, давай-ка я создам вот эту смесь. Да. Создавай. Что-то мы много травы набрали, пацаны, вам не кажется? Так, давай-ка жрём. Да нет. Я хочу жрать змею. Эшлич, хочешь змеи? Я еще сожру яйца. А то что-то как-то я... Неплоховато, Эшли. Внезапно. Так, ну-ка, я могу что-нибудь скрафтить себе? О, я могу дробовик себе скрафтить. Ну, в смысле, не дробовик, а патроны. Крафт, блин, давай, Леон, блин. Осмотреть он решил. О, или ТМП? Или ТМП? Или ТМП, пацаны. Вот, знаете, такое вот... Нет, ладно, давайте. Нам понадобится. Так, создать. Ага, опять не хватает. А на ТМП хватает хотя бы? Ничего у нас опять не хватает. Апа-па-па-па-па-па. Что, будете оттуда выпадывать, что ли? Облиза, облиза. О, Ханигин названивает. Гнездо. О, сама... Орленок у меня. Поняла. Она цела? Да, все нормально. Да. Отлично, Кондор-1. Высылаю за вами вертолет. Индюк прям вообще счастлив. Координаты места эвакуации. Доберись туда и любой ценой защищай Орленка. Понял. Живи. Погода портится. Отбой. Облиза, облиза. Идите к точке эвакуации. Ух ты ж, ух ты ж, ух ты ж. Куда мне там идти? Здесь очень опасно. Будь рядом. А, тут все завалили, а что такое? А, я могу. Облиза, облиза. Нам еще как бы могилы надо там разрушить. Леон, это просто деревянный шкаф. Это легко. А, нет, он тут слишком... А, он тут... Нелегко, я думала, это как стеллаж. Что ты теперь? Режим передвижения Эшли. Используй для переключения между режимами передвижения Эшли. В режиме рядом Эшли будет прямо за тобой. Это удобно, если вы хотите пробежать мимо врагов. Хорошо. Режим передвижения Эшли... В режиме на расстоянии Эшли будет держать дистанцию. Это позволит ей не попасть в гущу сражения. Ну хорошо. Ну, отлично. Точно прослужусь. Эй, Сюрейту. Эй, Сюрейту. Короче, пацаны, в следующий раз мы попробуем с Эшли выбраться отсюда. И еще и могилы осквертить, которые нам нужны. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем хорошего настроения и хорошего дня. Всем пока.